Привет! Сегодня с вами Лера, и мы разберем трюк для среднего уровня, который называется оригами. Не забывайте, что перед выполнением трюков вам нужно хорошо разогреться, а непосредственно перед выполнением трюка оригами вы должны уверенно выполнять трюк брасманки. Для того, чтобы выполнить трюк оригами, вы делаете сначала трюк брасманки. Очень хорошо зацепитесь под коленом и прижмите бедро как можно сильнее к пилону. Затем дальнюю ногу вы выпрямляете и опускаете назад, ближнюю руку переводите вперед и упираетесь руками в пилон, прогибаясь в спине. Если вам понравился мой видеоурок, не забудьте поставить палец вверх, а также подписаться на мой YouTube-канал. Также подписывайтесь на мой Instagram и добавляйтесь в друзья ВКонтакте. С вами была Лера, всем пока-пока!